Сёння ў дзень абаронцаў айчыны свой 10-гадовы юбілей адзначае Гомельскі абласны музей ваеннай славы. Упершыню для наведвальнікаў ён адчыніў свае дзверы 2 ліпеня 2004 года, але ў той час гэта быў філіял абласнога краязнаўчага музея. А датай стварэння ўжо самастойнай установы лічыцца 23 лютага 2006 года. За 10-гадовую гісторыю тут з'явілася шмат унікальных і рэдкіх экспанатаў, атрыманы знакавыя ўзнагароды, праведзены унікальныя навуковыя работы. Што зараз прадстаўляе сабой музей ваеннай славы, раскажа Дмітрый Котаў. Музей военной славы предоставляет каждому наведвальнику уникальную возможность стать сведком военных подей, которые велися на территории региона со старожитных часов. Атмосфера передается максимально докладно. На момент быцем трапляешь у минулое. У нас вообще был такой пробел в культуре – это нехватка музеев. Потому что музей – это единственное учреждение, которое сохраняет историю в подлинном виде. Поэтому у меня такая возникла идея – создать хороший музей, значит, ну, его называли военно-исторически, по-разному, значит, вот, ну, такое название военной славы утвердило за ним, и вот мы решили создать такой музей. Значит, вообще, это был, как бы, проект, который осуществлен был очень короткие сроки, очень удачно, вот, и оказался очень популярным. Архивные документы, каштовные фотографии, холодная и огнестрельная зброя, военное обмундирование. У залах собраны сапраўды уникальные экспонаты. Але галоўную цікавасць и значность представляют лёсы жыхароў региона, которые у разные периоды истории змагаліся с ворогом за свою родную землю. Естественно, что музей – это все-таки музейный предмет, который вот он рассказывает о событиях. Поэтому их не так много. Вот, особенно древней истории. Но у нас есть экспозиция, посвященная, в общем-то, всем событиям, и в том числе включая и Первую мировую войну, в общем-то, и войну гражданскую, и межвоенный период. Ну, естественно, что львиная доля экспозиции, конечно, это Великая Отечественная война. У постоянных экспозициях музея можно найти шмат уникальных экспонатов. До прикладу, меч императорской гвардии Японии, который использовался в 19-м стагодзе. Как трапил ее на территорию нашей страны, докладно неведомо. Лишится, что в 1945 году, после закончения Другой сусветной войны. Дарэчы, меч занесены у скарбонку музея в Беларуси. Особливую каштовность мают и предметы новой выставы «Лёс» и «Радзіма адзіны». Яны закранают разные исторические периоды, а так само демонструют достижения музея военной славы. Например, у центральной части зала находится шинели папаха маршала Дмитрия Язова, удельника Великой Отечественной войны и апошняга министра обороны СССР. А вот эта экспозиция присвечена воинам-интернационалистам, которые загинули в Афганистане. Шаурон и побач рассказывают про эволюцию белорусской армии советских часов. Уличивающий, что у червени будет ровно 75 год с початку Великой Айчинной войны, у соседних залах обновляется экспозиция на тему обороны Гомельщины летом 41-го года. Шмат до этого неведомых экспонатов смогут убачить наведвальники уже праз некалькі дзён. Достаточно интересный период, период, который требует новых оценок, новых осмыслений, подходов, ну и где-то незаслуженно забыт, скажем так, какие-то определенные периоды. Поэтому посредством научных статей, посредством научных концепций и вот их реализации непосредственно в экспозиции, мы пытаемся этот небольшой пробел научный как-то заполнить. В 2011 году музей стал лауреатом специальной премии президента Республики Беларусь за духовное отражение. В 2014 на другом национальном форуме музеев Беларуси гамельчане святковали перемогу у номинации «Патриотичное выхование». И в этом же году установа признана лепшим объектом военного туризма у Беларуси. И это далеко не полный спис досягнений у супрацовников музея. Тут с любовью и повагой протягивают пополнять уникальные экспозиции и шакают своих наведвальников. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».